Привитос, амигос, продолжается Гарри Поттер и подземные миры. Значит, убив Аида, который как босс был, повторюсь, неинтересен, но исключительно потому, что, во-первых, меня от него бомбило, а во-вторых, ну это просто большой демон в круглой комнате, а между тем Аид, он и как и Посейдон, он один из ключевых все-таки богов, но в кино, во всяком случае, так показывают. В итоге Посейдон пал первым, а Аид просто бич. Во-вторых, так, я завладел его клиночками, и здесь я в игру зашел, мне написали, что можно души выбирать, какие призываешь, а что можно выбирать у моих прежних, интересно, мечей? Лук Аполлона, понятно, когти Аида, клинки изгнанника. А, стопэ. Открыть дух Геракла, доблесть Геракла, ярость Гипериона. То есть то же самое, часовой Олимпа и лучник Олимпа. А больше я не смогу призывать когорту спартанцев, что ли? Ничего не понимаю. Ну-ка посмотрим. Ну, пока Церберы. А, во, смотри, бомжи пошли. Это был кто? Это был часовой Олимпа. Ну-ка, лучник Олимпа. Ну, я догадываюсь, что лучник Олимпа это просто лучник. О, он тоже, смотри, хуяк. Так и Кратос быстро стреляет. Так, а еще здесь есть порождение Цербера. Но это Церберы, которых на меня спускал сам Аид. Ничего нового. Также я могу, значит, вернуть свои клиночки назад. Свои прокачанные. А, во! Странно, блядь. А чё? Клинки изгнанника. Ничего не понял, конечно. Не, понятно, что... Блять, вот не, странно сделали, конечно. Души можешь выбирать, но выпускаются они только из когтей этого Аида. Как бы так. Где тут контрольные точки? Вот, Аид, конечно, как босс подрастроил. Не то, что не своей сложностью, а тем, что обучение, пожалуйста, как плавать. Я не помню. О, нифига. Ух ты, смотри, рука какая. Мне надо что, с бомжами плыть? Вперед, на Зион, нападаем. Реально матрица. Опа. Кстати, что это за глисты тут плавают? А я не могу тут проплыть. Бля, вынырнул как русалочка прям. Вызов души. Вызовите душу, которая набросится на противника. Да я только что понял уже. Блять, и мне клинки. Получил когти Аида, Кратос. Они призовут души проклятых биться на твоей стороне. Ты опоздала, сучка, я это уже понял. Блять, они не дают мне ствол поменять, пиздец. Не, ну собака-то явно круче, чем бомжи, по-моему. Смотрите, она их сносит. Хотя собака это базовая, по-моему, здесь уровень. А бьет он ими так же вяло, как и Аид махал своими цепочками. Вторую правой рукой он просто на землю кладет. И это типа удар. Бабушка сильнее по жопе ремнем била. Для применения когтей нажмите... А, вот оно, обучение. Не своевременное, но все-таки спасибо. Как обычно, тремя скупыми строчками на экране. Я надеюсь, что будут еще эпичные боссы в этой игре, такие как Посейдон. Вот с Посейдоном было реально драться, классный фон, титаны лезут, босс огромный. Драться с ним необычно достаточно для игрока, который в слэшеры не играл. Ну а Аид демон, просто демон. Я таких уже сотнями убивал. Не знаю, поскольку боссов обычно бывает в этой игре. Я вообще предысторию посмотрел по вашим советам. Ну, блядь, и графика была в первой части, конечно. Бля, у меня бы глаза вытекли в такой играть. Ужасно. Но... Ну, суть сюжета понял, да, там все, договор с богом войны, все, Кратос обманули, семья убита, мстить. И вообще порадовал, о, бомж ты здесь. Кратос, невозможно. Неужели Аид больше не правит в царстве мертвых? Целуй мой перстень, раб, блядь. Бог подземного мира убит. Убит? Может, в следующей Аид части египтян хуярить будем? Осириса. Но я думал, его смерть невозможна. Боги Олимпа слишком самонадеянны. Блять, как... Интересно. Я это запомню, спартанец. Как убить бога мертвых? Пиздец. Он и так мертвый, по-моему, нет? Он мертвее всех, раз он бог. Тебе нужна душа бога, чтобы открыть врата Гипериона, Кратос. Никто не открывал их много столетий, они, видно, сломаны. Я так давно не видел прекрасную...
Знаешь, Кратос, я не всегда был таким жестоким. А ты жестокий, что ли? Когда-то я был самым уважаемым мастером на всем Олимпе. Зевс отдал мне в жены прекрасную Афродиту. Кто я? За что он ее так наказал? Моя мать Гера гордилась моим талантом. Такому бомжу еще и Афродиту дали. Ебануться. Вся моя жизнь покатилась под откос. Тогда Зевс стал жестокосердым извергом. Самое ужасное. Он забрал у меня мою дочь, Пандору. Дочь Пандору? Смысл моей жизни. Это та, у которой сундук был, что ты? Мои дни проходят в попытках воссоздать ее. О, вау. Но не могу, никак не могу. Она жива, Спартанец. А, вот кто статую делает. Я чувствую. Это как Лаэрт Софир, там тоже мужик жену рисовал. Ты, Кратос, ты можешь вернуть мне ее. Твоя дочь не моя забота. Но ты ведь можешь меня понять. Когда-то и ты был отцом. О, ты это зря. Сейчас, наверное, нет, не убил его? Блять, почему Гефест такой огромный? Он огромный, страшный хрен. Некрасиво сделанный. Вообще-то в древнегреческой мифологии, ну там, блять, извините, Аид тоже не демон. Чё за говно? Чё-то тут намудрили, конечно. Они все были, ну, человекоподобными, а это чё за урод сидит, блять? Огр ёбаный. Ну давай ты, блядь, гомункул, сука, недоделанный, ты будешь... Вот куда я бегу? Чё мне эта камера показывает? О, я нашел лазочки. О, подожди, а, нет, это лавы кусочек. Это лавы кусочек, это лавы кусочек. Почему? Грозный лик Аида на запертой двери, ну и чё? Причем Аид, смотрите, он как бы по пояс вылез из чего-то. Но в бою он тоже по пояс вылез, правда, только из воды. Вообще, не знаю, насколько эта игра следует какой-то мифологии, вот на сколько процентов все это совпадает. Че, Афродита была женой самого потного кузнеца, что ли? Да ну нахуй, вы ебнулись. Не было такого. Вот еще классно было бы, если бы он еще потом пошел и египетским богам пиздюлей навешал. Там вообще пафосные черти. Сокол, орел, гиен, а, шакал или кто? Вот сейчас они оживут, мне кажется, пидоры. Опа, все, понеслась, пацаны. Ах ты говно, блядь, саная. Да ебать. Ладно, будем ебать тебя когтями. Ну ёб твою мать. Охуенно, от них вообще у ворот. Подожди, блок. А, они блокируются. Ну так вообще тогда неинтересно. Че, я могу в блоке стоять до охуения, что ли? Я не знал, что у игры такая щедрость. Я думал, тут как Bloodborne, блядь, одни у ворота. Хотя в комментах писали, но посмотрите, какими кувалдами они бьют, неужели? Блядь, это... О, какой кувырок. Интересный, с когтями. Блядь, ну я проебываю этот бой безбожно, конечно. Так, давай попробуем бомжами их затравить. Может бомжи? Вперед, бомжи! Ах ты, блядь, такая. Ну где добивание-то? Ну где добивание? Ну чё ты, блядь, не добил-то его, ебланище, а? Хорошо, я понял. Главное, я понял, что надо ставить блок в бою с этими мудаками. Я уже 100 лет в играх не видел ультимативного блока, который реально блокирует все, как в Mortal Kombat. Главное вовремя нажать. Ну тогда этих бичей избивать просто детские шалости. А спиной тоже блокирует. Заебись. Господи, интересно, какая игровая механика будет в новой части? Неужели такая же? Я не говорю, что она плохая, она просто, ну, немножко устаревшая. Кстати, призыв этой гиены, он почти ничего не отнимает по мане. О, блядь. Вперед, мои собаки. Блядь, они блок ставить не дают, что ли? Пизда.
Пиздец. Шавки, сука, кончены. Ой, иди сюда. Блять, с них не падает сфера жизни. Вот не падают они. Мне бы какое-нибудь оружие, которое меня дамагом лечит. Было бы чудненько. О, силовая атака, что делать? Все. Все, подрался, конь, бля. Ах ты, пидор. А, блядь. Где добивание-то? Че оно? Не срабатывает вовремя. Безжалостное убийство. Ну че, последний-то будет? Будет свое счастье-то пытать? Блять, ну и механизм. Кнопки-то слабо сделать, ёпта, олимпийцы, хуй его, чё это за говно? Поворачивать что-то надо. Где тогда негр в белых перчатках? Блять, тоже негр-лифтер в белых перчатках. Чё, белые, блять, были настолько в Америке охуевшие, что сами кнопки не могли нажать? Вот здесь негр в перчатках вот пригодился, когда... Если бы у них лифты на цепной тяге работали, которые надо там ворот крутить, что-нибудь такое, вот там, да, негр в перчатках был бы незаменим. Так, а мне вот эта дорога центральная открылась, что ли? Я в другую сторону так кручу. Ну просто фокус камеры теперь наведен на центр, поэтому предположу, что идти нам туда. Последний... Ну куда ты, ёбаная ты каша? Последний решил притвориться статуей и не драться с Кратосом. Или я отсюда пришел? Я пока с ними дрался, потерял вообще всю ориентацию в пространстве. А, во! Вообще тема. Ну, тут выбор был либо мана, либо не мана. Я иду. Подожди. Ну, тут не соизволили писать, куда надо идти. А, во, смотри, что. О, очко открылось гиперионовское. Наверное, туда. Какие-то руки на цепях что-то держат. Чего это такое? Так, только не вниз. Так, здесь надо... Кстати, работает как на R1, так и на L1, как я понял, вот этот полет. Потому что я сейчас внезапно тупанул и не ту кнопочку нажал. А здесь R1 вообще ничего не делает. Это кнопка сохранения всяких. Окей. Блять, а вот слабо им как-то вот это сохранение начинать сверху, где у меня пустая ячейка, а не снизу, где у меня там и так все занято. Блять, надо было схватить. А, нихуя себе, я еще и стрелы... Давай, давай, тащи его к ним. Как ты делал? Почему он его сразу убил? Лучница-то тёлочки, смотри, там даже сиськи какие-то вялые у них нарисованы. Слушай, у меня такое подозрение, что здесь вся игра в этом аду будет, что я поверхность только в конце игры увижу. Хотя странно, что Аида убил. Так вообще можно было целую игру сделать с одним богом. Кратос. Тьма накрывает нас. Смерть Зевса – последняя надежда. Слушай меня, Афина. Зевс будет... убит. Давай, козлиная бородка, пошли уже. А, блядь, Афина сама, по-моему, да, не дала Зевса убить. Он ее вместо него проткнул. Не тем, чем надо было. А теперь она говорит, давай убей его. Тупая, бля, вот бабы, сука, блядь, тут зла не хватает. И чё это? Вперед! А чё, почему Посейдон не попал в ад, интересно? Ну, в загробный мир. Олимпия. Кстати, я так понял, что у них там загробный мир был один на всех. Неважно, хороший ты был, плохой. Может быть, тебе... О! Все, я вышел, смотри, на свободу. Надо Гее по пальцам дать. Она, блядь, отказалась мне помогать, дура. На тебе по колбаскам. На тебе по колбаскам. Блядь, да и похер. Ты жив, спартанец. Кровь Кроноса дает тебе силу. Да пошла ты нахуй. Помоги мне. Помочь. Тебе? Да, дитя. Скорее. Дитя. Я так страдаю. Я пыталась вернуться в битву, но... И не подумаю. Ты знаешь, у меня не было выбора. Ты должен помочь мне. К ее голосу добавили каменный шум. Че ей надо-то, блядь? Надо ее вниз скинуть, что Кратос, блядь, конечно, ультимативный мужик. Он обиды не прощает, да? Или можно помочь?
Почему ты молчишь? Хуй её знает. Я другого пути не вижу. Да учитывая, что какого года эта игра, я думаю, что другого пути, скорее всего, и нет. Не было другого выбора. Соси ты ногу, тварь. Кратос! Неужто я ничего не значу для тебя? Ты нужна пока полезна, Гея. Вот и все. Я должна сразиться с Зевсом. После всего, что между нами было. Должен разрушить Олимп. Нет! Это моя война, не твоя. О, боже. Кратос убивает своих союзников, охуеть. Ну, сорян. Блять, а рука осталась, дорогу перегородила. А это что за бомжи лежат? Кто это такие? Гея, родная, ты тут кое-что забыла. Почему ты не забрала все свои вещи из моей квартиры? Блять, сундук с жизнями. Мне бы с маной, нахуй мне жизни. Почему вот у сундука то есть выбор, бля, мана жизни, то его нету, не понял. О, кстати, я же, блядь, могу прокачаться, походу. Надо, надо прокачаться. Так, надо, наверное, когти Аида прокачать. У них тоже какой-то урон крутой. 3000, причем всего надо было. Хлыст мучителя L1 плюс квадрат. Хлыст мучителя в воздухе. Ну-ка. Отлично, только не этим. А, ну понятно, это... Урон из серии. Врата Олимпии. Докажи свою доблесть, сразив врагов на своем пути. Дверь открой. О, боже ты мой. Вот этих? Ну давай, пидоры, кто первый? А, бомжей. Я-то думал. Вот что началось-то, блядь. Блядь, говно, когти, ебать. Они как-то бьют по кругу, но, блядь, медленно и... Да, хуета редкостная. Ах, лучше бы статуи оживали, они вон какие здоровые. Блядь, тут половинка белого. Кто его так разрубил? Вот когти, заебись. Вон. Вот это дамаг по кругу, это да. А, тут есть... Парирование, если вовремя блок нажимаешь. Бля, я, сука, с этими перекатами ёбся. Но у меня такое чувство, что босса-то хуй ты запарируешь. Блять, а маны-то нету вообще. Заебали они, слышишь? Сука, не дали подойти добить. Живучесть у них просто, бля, запредельная. А где добивание? Надо просто подойти, блядь, и нолик нажать. Блядь, чё это за бомжи какие-то, ебать, волшебные, нахуй. Они заебали своими прыжками, блядь, твари ебаные. Сука, попрыгунчики, блядь. С петушиными гребнями, нахуй. Причем их, смотрите, не отбить, блядь. Если он собирается прыгать, он прыгнет. И хватать их нельзя, да? Да, они хватаются. Пиздец, как с ними драться-то, блядь. Да как, он в узеньком пространстве зажал, и хуй веришь. Ну да, я понял, понял, хватит. Блять, пока показывали, у этого добивалка прошла. Блять, а без собак вообще никуда, что ли? Не того, придурок, не того, блять.
пацан, видимо. Не дадут, сука, открыть же, а? О, там что-то даже выпало. Спартанский фофан, блядь. This is Sparta, сука, на нахуй. Блядь, собака ебаная повисла. Блядь, тварь ебаная. Ну ебан. Блядь, их и так 800 человек, нахуй, бесконечных, блядь. Так еще и, сука, собаки ебаные. Нахуй они нужны. Бля, ебать, а аптечка такая, которую надо полчаса подбирать, блядь. Ебать. Блядь, как с вами драться интересно, ебанешься просто. А в воздухе, блядь, а в воздухе удар, он в кого попадает вообще? В кого, блядь? А, блядь, каждый раз надо это показывать, да, я понимаю. Блядь. А пока показывают, блядь, они все встают на ноги, блядь, и замахиваются, охуенно. Блядь, сделано просто от души, ебать. Ёбаный 2010-й. Какое, блядь, чудо, что ты закончился, нахуй. Вот опять, видите, вот этот момент, я к нему пришел, маны вообще нету. Потому что в том сундуке, где была мана, я взял жизни. Потому что я не знал, что здесь будет сундук, блядь, со здоровьем, нахуй. Вот о чем я и говорил, что главное, блядь, знать, что впереди тебя ждет. Основная, блядь, сложность в этой игре вот в этом, блядь. Рассчитывать свои запасы, блядь, продовольствия. На, тварь ебаная. Ну, отлично, пока собака попалась под руку, блядь, человек уже то ли сдох, то ли восстановился, ты поймешь. Сдох, восстановился, съебался. Блять, собака не дала добить. А, у меня же отчи есть. В любой непонятной ситуации юзаю меч, меч Олимпа, блин. Вот, понеслась. Давай двоих хватай, можно же. Главное, они не дохнут, пока Кратос их не схватишь. Блядь, пидорас. Ну. Бросок. А как, блядь, крав... добить башку, оторвать, что-нибудь сделать? Давай, давай, давай. Вот, вот этому башку оторвал. Почему остальных бросал? Блять, ну и двери. Это Аид домой приходил, каждый раз с ними дрался, что ли? Представляю, идет такой с работы заебанный. А, опять, блядь, дверь открывать. Я вроде его душу получил. Че все так? Почему они все передо мной на колени не упали? Почему без Аида вообще тут какая-то продолжает, какая-то возня какая-то. О, какая красотчика. Мне так показали, как будто это следующий босс, а не просто какая-то бичунья. О, нифига. Полеты на гарпиях, ну это вообще. При этом он их неустанно, блин, ножом бьет. Как они в воздухе-то не дохнут под ним?
Блядь, подожди. Там, о, кувшинчики с моей едьбой. Ай, давай, ладно, нижнюю перезапишем. Я не думаю, что я буду перепроходить эту игру с могилы Ареса. Вон, опять уникальный сундук. Интересно, буду ли я драться с титанами? Я ж гей, катапультир. Я не думаю, что она умерла. Просто спустилась в самый низ. Будет еще 2 недели лезть. Я что-то бога Гелиоса не припоминаю. Он бог чего? А, солнца. По-моему. На своей солнечной колеснице. Блять, бомжи опять. Куда ж без вас-то? Блядь. Я так понимаю, чтобы запарировать, надо какой-то специальный момент нажать, что ли? Да, блядь. А это что еще сюда прилетело? Это он мне в помощь кидает или он мне пиздюлей хочет дать? А, с них надо доспехи? Пиздец. Тварь ёбаная, а? С них сначала доспехи срываются, а потом может... О, ебать. О, Матара, еще один в броне, блядь. Подожди, браток, дай я, блядь. Иди нахуй, тварь. Человек лечится, змея не жалит, блядь, тварь. Пиздец, ебануться. Сферы, блядь, не успели. Ой, блядь, ну какой конь, блядь, эту игру все-таки делал, а? Ну, ебать, ну согласитесь, нахуй, что тупее, блядь. А я нахуй ничего не видел, блядь, еще. Просто ебануться, блядь. Сферы ебаные, блядь, не успели подлететь. Блять, на двух кнопках. Такой же конь эту игру делал, с которым мне сейчас драться придется. И чё это, блять, за нахуй такое было сейчас на экране? Блять, эта собака, она бьет только одного, блять, кого-то. О, получилось что-то вкусное. Вообще не понял, что. О, мультизахват. Блять, они живы, им похуй. Ой, с кого-то доспехи слетели. Блять, ну и чем он попал? Хвостом, что ли? Ёб твою мать. Елдой, наверное, своей конской задел, блядь, во время прыжка очередного. Не иначе. Блядь, и опять надо к сундуку прорываться, ну ёбаный бог. Давай, блядь. Нет. А, это говно сбивается. Ты же замахнулся, что ж ты не бьешь-то? Так, пизду. Спартанские, блядь.
Ёбаный. Почему? А, все, не хватает. Ну, пиздец. Блять, они еще какие-то волны, блять, метают теперь. Вот мало было того, что их дохуя, блять, еще и с лошадью, с этой ебучей. Так они еще, блять, молнии какие-то, блять, теперь кидают издалека. Вообще пизда-то, блять. Ебаный насрал, нахуй, а. Да, ебать, нахуй. Охуенно, блять. Лучника Олимпа часовой. Блять, все, все, что призывает мечи Олимпа, ебаное говно, по-моему. Одно, блять, сходство есть между клинками, то, что дамага, блять, ни у тех, ни у этих вообще никакого нет. Кентавра так пырнули, ему похуй. Как я не сдох там в этой хуйне сейчас. Спаун, просто спаун с цепями. Чё, блядь? Да. Она чё-то начала заполняться. Ну что надо делать, блядь? Вот в нормальной игре поставили бы паузу и объяснили, чё это нахуй за хуйня на экране появляется. Блядь, только не в это, ебать. Тут ты нахуй сам должен понять, а обучение потом ближе к концу игры появится, через полчаса, блядь. Тут любят, да, так делать, что обучение отстает, блядь, от твоего прогресса, нахуй. На километр, блядь. Чё это такое? Чё я нажал-то? Да и пошла ты нахуй со своим режимом фотографии. Чё, блядь, нажать? Я, блядь, экспериментирую теперь с кнопками. Нихуя не понял, чё. Блядь, это просто блок. А так похоже на то, что надо стиком было двинуть. А это просто блок, блядь. Заебись. Нет, не просто блок. Хуй знает, что это, блядь. Блядь, у меня даже версии никакой нет, что это за говно. Просто, блядь, не понимаю, нахуй это делать. Вот этот хуйни, наверное. В любой непонятной ситуации надо use голый рок. Блять,
ничего не вижу. Что там, блядь, происходит? Нахуй мне, блядь, лошадиную жопу в бою, блядь, разглядывать, я не понимаю, блядь. Ну, раз показывают, наверное, блядь, ключевое значение имеет эта срака, блядь. Разработчику виднее, какую камеру, блядь, в игру вставлять хуй. Видимо, блядь, ракурс на лошадиную жопу, блядь, сейчас крайне важен. Чё, блядь, вот чё? Блядь, давай еще раз, нахуй. Сейчас пока не узнаю, блядь, чего надо делать, ебать, дальше не пойду, давай. В блоке я один хуй могу месяц стоять, блядь. Ну, ты будешь меня хватать или чё? Нет, походу он здесь в тупичке он... Ну. Вот, ну. Правым стиком, левым стиком, двумя стиками. Я нихуя не понимаю, блядь. Вообще не понимаю, чё за хуета, блядь. Вы напишите кнопку-то, ёбаный. Сука, черти, блядь, тупоёбаный. Ой, блядь, это пиздец, клиническая хуета. Даже в Dark Souls, блядь, на полу какое-то обучение писали. Тут нахуй вообще хуй на него забили. Что, блядь, вот чё ты сейчас, чё хотел-то, блядь? Пиздата, вообще пиздата. Блять, аптечки в сундуках, которые год открываются, это вот именно то, что надо ставить на поле боя, где, блядь, дохуя народу. Вот, блядь, именно вот это вот самое заебись. Я бы сделал, что еще комбинацию кнопок надо набрать и вовремя, блядь, одну прокликать, блядь, до кучи. А нехуй лечиться. Ну, смотри, как заебись. Полчаса, блядь, открывает. Да-да, иди нахуй, даже пытаться не буду. Просто чё, блядь, происходит, нахуй? Вспышки какие-то, что-то, блядь. Давай сюда, тут хоть камера, блядь, посередине стола вообще, блядь, крупный план. Ну, понятно. Обоими стиками, блядь. Чтобы наверняка, и тогда срабатывает. Как успел, хуй знает. Блять, ты опасен со своей жопой. Давай лицом к лицу, блять. Тут даже как-то, блять, отдельное движение этого коня не запомнить, потому что, блять, ты все время ебашишься с ебаной толпой, блять. До коня доходит, блять, в самую последнюю очередь время, ёпта. И тут внезапно выясняется, что у него комбо из двух ударов, блять. Какой шанс вот в этой хуйне было это разглядеть, блядь? О, мне жизни восстановили. О, за что? Игра, блядь, решила помочь. Осознала всю прелесть этого момента, блядь. Я ебал. Ну, блядь, конь просто подкрался, блядь, и ударил, нахуй. Как крыса ебаная. Oh!
Я, блядь, охуеваю. Конь все время прискакивает, блядь, из-за кадра откуда-то со стороны, где я его просто не могу видеть благодаря этой чудесной камере. Как, блядь... Причем в этот момент Кратос обычно наносит удар, а он, блядь, блок не ставит в этот момент, когда уже, блядь, удар наносит. И что я, блядь, должен делать? Я просто охуеваю, блядь. Да-да, иди нахуй, я просто, блядь... Я... Это последнее, на кого я смотрю, это конь этот ёбаный, понимаете, блядь? Блядь, я Аида мечом этим быстрее убивал, чем, блядь, коня, нахуй. Я просто в шоке, блядь. Конь, блядь, антидамаж. Блядь, это сложнее, чем босс, нахуй. Просто битва с толпой бомжей и кентавром, блядь. Сложнее, нахуй, чем все боссы, которые здесь были. Просто за счет уебищности камеры, блядь, и вообще нахуй геймплея этого ебанатского, блядь. Даже ультимативный блок, блядь, ну и чё он, блядь, пиздец. Ты смотришь на одного, в это время тебе другое такое, блядь. Супер меч Олимпа даже бомжей обычных, блядь, перестал убивать, блядь. Смотри, просто всем похуй, все встали, дальше пошли, блядь. Меч Олимпа нанес удар, блядь. Сейчас я вообще нихуя не нажимал, блядь. Кроме блока. Почему-то сработало. Ты чувствуешь, что надо провоцировать его, блядь, на дальние атаки, нахуй? Это единственный адекватный шанс его убить. Блять, ну почему он нахуй все здоровье снес одним ударом, блять? Была полная шкала, блять. Один раз кентавр лапкой махнул, блять, и нихуя здоровья не стало. Заебись, блять. Наверное, у него какие-то охуенные критические атаки, блять, пиздаты. Блять, ну не ебала, ебаный в рот. Блять, я пиздец никогда не видел игры, где столько надо пиздить одного человека. Посмотрите, сколько сильных атак он, блять, выдерживает. Блять, я нихуя не нажимал, почему ты, блядь, достаешь свой сраный меч? Видимо, какие-то доспехи охуенные. А, это огонь прилетает, вот что сносит все мое здоровье. Может, тут можно просто съебаться отсюда? Смотри, тут что-то есть. Бойся гнева солнца! Кончился. Блять, может, их из лука надо убивать, я хуй знаю. За столько времени я, блядь, не набил на меч. Нечем вообще поебать, по-моему. Кажется, может, дело в том, что клинки Аида хуйня просто, которая вообще не стоила прокачки.
да, это понятно. Там самая безопасная зона у этого кентавра сбоку, блядь. Блядь, смотрите, сколько он выдерживает. Пиздец. Мне кажется, кентавр должен быть царем, блядь, загробного мира, а не Аид, блядь. Ну как бы все до пизды. Блять, смешно нахуй смотреть на это. И на это, блять. Может, его надо только этими убивать? Ну, наверное, блять, только об этом сказать забыли. Ярим лошадь, блядь. Ай, блядь, ну и момент, ну и говно, блядь. Чё ж там, блядь, дальше-то будет, ёбаный в рот. Я просто, блядь, не понимаю, этот кентавр реально был бессмертен к моим клинкам, он только от этих дох? Или что? Ну, дальше куда? А эти даже прокачанные и в половину не так пиздаты, как желтые. Сюда нет. Ну, типа, чё? Вниз, не вниз, куда? А, там дверь блестит, отсюда, наверное. А, чё, вообще, в натуре не обязательно было с ними драться, что ли? Да я ж не допрыгну, блядь. Куда и не надо, оказывается, куда мне надо. Да, вот, блять, эта игра вот реально для каких-то очень своеобразных людей делалась, которые, я хуй знает, могут читать мысли, блять. Что-то вот, бля, вроде этого. Серьезно, куда идти-то? Я могу вниз прыгнуть, но если я сдохну, я просто, блять, удалю эту хуйню с своего компьютера, блять. Никогда ее уже назад не поставлю, блять. Пошла нахуй.